нету, а мальчик есть. Здравствуйте. Мне нужно написать заявление на ознакомление с материалами дела. Что-то, слушай, наборники не требуют, странно. А вы теперь то, что без маски руки не крутите, ничего, нормально, можно стоять? А, ну все нормально, да, стало? Все вылечили за 3 дня? Да, да. Все понятно. Так, ну, спокойно стоять теперь. Знакомые средства не меняются, да? Кино, съемка. У нас было хищение, у нас было нападение и тишина. Информация тоже свободу нет. Почему-то мальчик свои пропускает. Работать же надо. Вы так не будете, что я большой, прям видели меня такой. Шоу такая стоит. Мы уже не испугались. Нет, смотри, может, лицо пониже, просто смотрел, выше ее шагов. Как у вас дела? Ой, слушайте, да так хорошо, как обычно, все без изменений. Все еще здесь работает? Все еще здесь работает. А Надежда Николаевна еще не уволилась? А Надежда Николаевна уже здесь не работает. Жалко, но я все равно ее найду, жалко. Надежда. Я ее с-под земли достану. Хорошо. Уголовная статья от нее далеко не уйдет, 299-я. Все, я вас услышу. Здесь знакомые лица. То, что она свалила, это я давно знал, еще тогда она говорила, что свалит. И можно такой же бланк, я тоже напишу заявление. Пожалуйста. Где здесь можно удобно сесть, написать, чтобы? А? Удобно сесть, чтобы написать. Попросите молодого человека, он у меня стоит. Я же говорю, что... Вас можно попросить? Здесь? Ну, как-то неудобно, да. Посаживайтесь. Спасибо. Я пошутил мальчика попросить, оказывается, так можно. Значит, видите, что я камеру включил, сейчас будет Маппет Шоу. Лучше Мамаева посадить. Вы меня слышите, не? 19.10.2022 года мной было подано заявление о преступлении по телефону горячей линии 102 и участковому, в скобочках устно, по факту заведомо ложного сообщения о вымогательстве в мой адрес и адрес гражданина Масла ДА. До настоящего времени мне не сообщено о принятых мерах, процессуальные мероприятия с моим участием не проводились. Прошу сообщить мне номер КУСП данного обращения от 19.10.2022 года и ознакомить меня с материалами проверки по моему обращению. КУСП, вы сможете мне сейчас дать? 270-73. 270-73. Заодно и проверим, тот это КУСП или не тот. А примерно через сколько времени я смогу ознакомиться с материалами проверки? 10 суток установлен закон срок. Может быть продлен до 10 суток. А извещаете по телефону, да? Который я указал. Пожалуйста. Вот это доступная информация, да, вот здесь. Угу. Да, вообще там когда будет. А с какой целью вы все время спрашиваете, ну, с какой целью гражданин пришел? Как вам сказать? Просто любопытство или это как бы так и должно быть? Не, ну я должен интересоваться. Ну, с какой целью? Ну, если он хочет заявление написать, то я выпускаю дежурный. А что вы с этой информацией делаете потом? Ну, это он сказал, что хочу написать заявление, да? И что? Я его пропущу. А если он не скажет, не пропустите? Нет. А какой есть список, то, что можно говорить и пропустить, а что нельзя? Мало ли, может, он бомбу хочет заложить. И что думаете, тот, кто захочет бомбу прожить, придет и скажет, я хочу заложить бомбу? Может, вы насильник? Но ваш пенис нет. Может, вы насильник? Может, вы хотите нас всех изнасиловать? Ну, логика нет. Такая же. То есть, если гражданин скажет, я хочу посмотреть информацию, вы упустите, да? Я пришел заложить бомбу. Да не пустят. Скажут, вот там. А с какой целью? Серёга, запусти меня туда, пожалуйста. Тут не пустили, там не пустили. А почему вы здесь не интересовались? У них пропуска нет, почему вы пропустили? Это сотрудник. А как вы определили? Я его...
А вы его знаете? А меня не знаете? Вы уволили сегодня? Вас не знаю. Не знаете? А если вы уволили, я вас даже не знаю. Нет, мы не уволили. А почему пропускал? Режим набег, только бы пропускал. Ну, я его лично знаю. То, что вы его лично знаете, не является... То есть у вас личные отношения на службе, да? Ну, как так? Режим на объект пропускной есть, стоит режим. Обязаны предъявлять, пропускать только по предъявлению пропуска. Если нет пропуска, так. В армии вас бы уже... Здоровье. Они все пропускают. Кто на камеру не помахал? Ну да. Он говорит, тут видео съемки. Ну, напряглись. Ну причем напрягся не тот, кто первый шел. Возможно, это начальник, ну, наверное, пошел. А вот который знаем, за ним чуть повыше. Угу. А вы не знаете своих начальников, что ли? Знаю. А это кто прошел? Не начальник, разве? А кто это? Сотрудник, но не начальник. А, ну, как вы их лично знаете? Спасибо, сейчас распишемся. Самое еще интересное, что одеты по форме, как наверное, не парадная форма. Так, так, где тут подпись там, блин? Очки, как-то, знаешь, по-серьезному прошло. Я был как минимум начальник. Думал, что не скажет. Нет, ничего не сказали. Я бы другого повыше. Спасибо. Все. Все хорошего. До свидания. До свидания. Все, пойдем. Завтра пустите? А с какой целью? Дешевле. Ой, я застрял. Два канала. Один прокручка без цензуры, второй... Мамаев Про. Мамаев Про. Заходите, будет интересно. Ну, оно и сейчас есть много видео интересных. Просто будете на YouTube. Посмотрите на себя на сторону.